Ёбушки, воробушки. Понитаун — это игра полон возможностей. Не, нихуя. А по его воображение. Игроки, да и хуй с ним. Каждый день, сука, то новые. А вот и нет. Постоянно этим удивляет. Говно, залупа, пенис, хер. Сегодня я покажу, как сделать скин ножика в Понитауне. Погнали. И я нахожу этому все больше подтверждений. Начнем, пожалуй, с самой базы. Сука ты одноконтактная, пизда тебе. Из готового ножика. Don't darken outlines. Теперь придаем цвет телу цвет травы, а также контур. Hello, motherfucker. Все должно быть одинаково. Также убираем все гривы и хвост. Да мне пух! Что с Дикси? Да ты заебал! Но это еще не все. У нас еще впереди два. Как же их сделать? Я хуй знаю, блядь. Мы отмечаем две галочки. Не надо так. Убираем лишнюю гриву и глаза. А теперь важный момент. Мы выбираем пятую гриву из второго ряда. Слушай, пойди ты нахуй. Цвет лезвия. Итак, время 3 утра. Смотри. Мы в щи. Баскетбола. Баскетбол в огонь. На нахуй. Потом выбираем четвертую одежду. Выбираем второй вариант раскраски. Мы ее делаем тоже цветом травы. У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов. Это у нас будет рукоять. Ну нахер. Отец. А лезвие делаем чуть темнее. Выбираем первую гриву из четвертого ряда. Блять, дегенеративное хуйло, ты бредишь что ли? Ты чё, бредишь, блять? Ну и вот что у нас получилось. Выглядит достаточно крипово. Полный пиздеж. Не забываем о традиции на нашем канале. Давайте кинем ролл. 7 из 100. Сложно. Непонятно. Сегодня мы узнаем, кто у нас будет супер-пупер милашкой. Давайте же посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А игрок с японским или с китайским ником является супер-пупер милашкой. Ты втираешь мне какую-то дичь. Вот такой у нас видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем. Хуй тебе. О, такой. За ваше здоровье и за мое очко.